Не вздумай ставить на вид женщине ее недостатки. Если мужчина слышит все, что говорит ему женщина, значит, она не красавица. Девушку влечет именно к тому мужчине, о котором идет дурная слава. Ей сразу же приходит в голову, что ее любовь исправит его. Когда женщина выбирает себе любовника, ей не так важно, нравится ли он ей, как нравится ли он другим женщинам. Фантазия мужчины – лучшее оружие женщины. Когда прекрасные женские глаза затуманиваются слезами, видеть перестает мужчина. Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин. Самый хороший способ испортить отношения – это начать выяснять их. Мне всегда было непонятно, почему худшие из мужчин вызывают интерес у лучших женщин. Женщине достаточно одного мужчины, чтобы понять всех мужчин, мужчина может знать всех женщин и не понимать ни одной. Женщина остается молодой, цветущей только рядом с любящим мужчиной. Вообще, мужчина с хорошей женщиной – счастливейшая из созданий Божьих, а без оной – самое несчастное, и спасает их только одно – они не знают, чего лишены. Глупый мужчина пытается перевоспитать женщину, умный стремится ее научить. И только мудрый совершает почти невозможное, любит ее такую, какая есть. Для того, чтобы найти счастье с мужчиной, нужно сильно его понимать и немножко любить. Для того, чтобы найти счастье с женщиной, нужно сильно ее любить и даже не пытаться понять. Если вы хотите сохранить отношения, не спрашивайте женщину о прошлом, а мужчину о будущем. Если мужчина открывает дверь машины женщине, значит, это или новая машина, или новая женщина. Женщин раздражает то, что мужчины никогда ничего не помнят. Мужчин же раздражает то, что женщины никогда ничего не забывают. Женщина должна принадлежать тому мужчине, который избавит ее от проблем. Женщина испытывает душевный подъем и прилив сил, когда чувствует, что о ней заботится мужчина. Женщина, даже простолюдинка, может стать королевой, а аристократка может превратиться в прислугу. Все зависит от того, как к ней относится мужчина, которого она любит. Женщины, может, и имитируют оргазм, зато мужчины имитируют отношения. Иногда, для сохранения отношений, женщине необходимо закрыть рот, а мужчине – уши. Каждая женщина в своей жизни проходит через мучительные отношения с мужчиной, который ей точно не нужен. Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками. Мужчина мечтает о идеальной жене. Женщина мечтает о идеальном муже, но они не понимают, что Господь сотворил их, чтобы они дополняли друг друга. Чем красивее женщина, тем быстрее пролетают у мужчины время и деньги. Чем мужской эгоизм отличается от женского? Мужчина хочет жить для себя, а женщина хочет, чтобы мужчина жил для нее. Чтобы не надоесть мужчине, женщина меняет платье, а чтобы не надоесть женщине, мужчина меняет женщину.